Друзья, приветствую на канале, с вами, как всегда, Immortal. И, возможно, вы подумали, что мы опять будем какие-нибудь невероятные рекорды ставить, тестировать новую имбу, но нет. Сегодня пойдет речь о ближайших скидках, ивентах, новых режимах. Поговорим сегодня о пушке Тесле, о которой многие говорят, но до сих пор почему-то ее в игре нету. Как вы знаете, не за горами один из крупных праздников Танк Офлайн, а именно день рождения танков. Нашей игре исполняется в этом году аж 12 лет. Довольно солидная цифра, и хотелось бы немного вспомнить, что же для нас готовили наши разработчики. И давайте переместимся в 2019 год и узнаем, что же нас там ждало. Привет, танкисты! Вот мы и вы, короче, мы с вами и дождались. Праздник в честь дня рождения наших любимых танков стартует уже в эту субботу, 1 июня. Сегодня коротко, но обо всем. Для начала вспомним то, о чем мы уже рассказывали. Марафон X. It's my life. Это 10 конкурсов разной сложности и продолжительности. В каждом из них вы получаете призы, а также баллы марафона. Чем в большем числе конкурсов участвуешь, тем больше баллов зарабатываешь. Кто в конце зарабатывает максимальное количество этих очков, побеждает. В призах планшет, Bluetooth-колонка, беспроводные наушники, смарт-часы и другое. Также нужно участвовать в большом конкурсе. По сути, это просто дополнительные призы в июньском челлендже. Набиваешь звезды и в конце участвуешь в розыгрыше. Чем больше звезд набил, тем на более крутые призы претендуешь. На кону кристальные призы 100, 300 и 500 тысяч. Контейнеры 20, 50 и 100 штук. А также крутые гаджеты. И вот эта отсылка была не случайной. iPad mini, iPhone XR... И главный суперприз – iPad Pro. Теперь танкофонд. О нем мы рассказывали в прошлом выпуске. Тут все просто. Покупаешь в игровом магазине набор танкофонд и получаешь краску «История», контейнеры и шанс выиграть кристальный приз от 100 тысяч до 10 миллионов или один из трех айпадов. Все эти призы за большой конкурс, танкофонд и прочее мы разыграем, когда все закончится на гранд-стриме 1 июля. Что же в самой игре? Конечно, скидки. С 1 по 9 июня 50% на гараж и магазин, в том числе на прокачки, 50% на шаги и 70% на ускорение. Когда еще такое повторится? Еще одна редчайшая скидка – контейнеры в магазине. И тут тоже 50%. Налетай, разбирай. Дальше повышенные фонды. Они стартуют 4 июня и продлятся 6 дней. Но главное – они тройные. Голды – главная радость танкиста. Они будут в 20 раз больше золота 4 июня, в день рождения игры. И тут важно – повышенная частота выпадения голдов будет только в соло-режимах игры – это ДМ и Джиггернаут. Но и это еще цветочки. В течение всего июня во всех ММ-боях будет падать редкий голд-тортик. Выглядит как тортик и дарит ловцам 10 тысяч кристаллов. Уверены, самые ожесточенные бои будут именно за него. Очень много всего. Легко запутаться. Именно поэтому мы создали специальный сайт, на котором описаны все конкурсы и акции. Удобно и в одном месте. Довольно неплохой праздник был в 2019 году. Для нас подготовили специальный сайт, и каждый из нас должен был выполнять специальные задачи, за которые давались баллы, и по итогам которых разыгрывали довольно крутые плюшки. Это планшет, гарнитуры, Bluetooth-колонки и все остальное. А если ты приобрел специальное предложение, то мог бы попытать удачу и выиграть целый iPad или же 10 миллионов кристаллов. Как по мне, довольно было круто. Также нас в игре ждали скидки. Куда же без скидок? На протяжении 9 дней были скидки 50% на весь гараж, включая микропрокачки, и на их ускорение 70%. На протяжении 6 дней были X3 фонды. Это на самом деле очень круто. Как вы знаете, сейчас на ультра-уикендах можно сказать, фонды X4, поэтому вряд ли можно рассчитывать на больше, но и куда же без повышенных голдов, они были X20, целые X20 голды, еще и с номиналом, который был в 10 раз увеличен от обычного золотого ящика.
И, кстати, кто помнит тот сайт, в который показывали видеоблоги, там же была еще бегущая строка со всеми никами игроков, которые взяли хотя бы один голдик на целых 10 тысяч кристаллов. Довольно было круто за всем этим следить и в этом принимать участие. Ну и два режима, которые уже на самом деле прелесть, это DMG, Гернаут, в то время это было редкостью, но в данный момент очень часто эти режимы появляются в игре, и хотелось бы что-нибудь прям видеть, что-то новое, допустим, с той же пушкой Теслы какой-нибудь режим DM, там где будут все играть на это вооружение и бесплатно смогут зайти в этот формат. Теперь давайте переместимся в 2020 год и посмотрим, что же нас ждало в прошлом году. Всем привет! Мы продолжаем праздновать наш день рождения в игре. Напоминаем, что у нас действуют особые праздничные миссии, две из которых каждый день обновляются. А кроме этого, не забывайте заходить в игру и забирать подарки за миссию «С днем рождения танков онлайн тебя». Еще на эти выходные у нас будут особые миссии, в которых вам нужно будет охотиться на наших помощников. А они, ребята, непростые, но тем и интереснее. Их будет легко опознать по специальным краскам. А те, кто выполнит все условия, помимо контейнеров, получат особую праздничную краску «Нам 11 лет». Кстати, часть из вас уже успела оценить наш праздничный тортик-контейнер с 11 тысячами кристаллов. А те, кто еще не успел поймать свой кусочек, у вас для этого впереди все выходные. Ловить его можно в любом режиме, но в праздничном шанс выпадения гораздо выше. Плюсом к этому на карте колхоз завтра будет запущен праздничный режим с повышенными шансами выпадения голдов. Также до конца празднования у нас действуют два спецпредложения. Первое включает в себя 5 контейнеров, 100 тысяч кристаллов, по 300 каждого припаса, кроме золотых ящиков и батареек со скидкой в 75%. Второе состоит из 11 дней премиума, 111 ультраконтейнеров, 111 золотых ящиков, 1111 танкоинов и 111 111 кристаллов. И все это множество единичек за треть от обычной стоимости. Пришла пора спойлеров. На этот раз мы покажем вам одну из наших разработок. Вот она. И это все, что мы можем сейчас показать. Ждите больше подробностей в одном из наших следующих выпусков. А пока можете попробовать угадать в комментариях, как мы это назовем. Кстати, а вы знали, что пушка Тесла была анонсирована ровно год назад? Как думаете, успеют ли разработчики к этому дню рождения вывести пушку на основе сервера, или же нам придется еще ждать около года? В принципе, в плане мероприятий в прошлом году особо ничего не было нового. Помимо специального DM-режима, в котором помощники катались в специальных красках, которых нужно было найти и уничтожить, и за это получить небольшие бонусы, так еще и скидки довольно стандартные были в виде 50% на все вооружение в гараже и магазин включительно. Ну и специальные миссии на протяжении всего ивента. Некоторые из них даже не нужно было набивать, достаточно было просто зайти в игру. Один из самых крутых призов — это был дрон-спасатель, который можно было получить, просто зайдя в игру в один из этих дней, и просто забрать в свой гараж можно было. Ну и куда же без голдов, они были также с повышенным шансом. Номинал уже был их 11 тысяч кристаллов в честь 11-летия танков онлайн. Я думаю, что в этом году начнется уже все 1 июня, и нам стоит примерно ждать того же. Голды повышены номиналом 12 тысяч кристаллов, повышенные фонды в 2 раза, также скидки 50% на весь гараж. И куда же без специальных спецприложений, в которых будет очень много ультраконтейнеров, голдов и всего остального. Ну и два формата в этом году тоже нас, скорее всего, ожидают. Это DM и Solo Juggernaut. Довольно добразные праздники в последнее время. Как вы считаете, что же нас ждет в этом году на день рождения танков? Или что же вы хотели именно от этого день рождения в этой игре? Напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно прочитать. Я думаю, на этом моменте будем завершать ролик. Если он вам понравился, не забудь поддержать его лайком. Если до сих пор не подписался на канал, но следишь, то подписывайся и прожимай колокольчик. С вами был Immortal. Всем до скорых встреч.